Питер сказал про свой план? Мы уводим девку из-под носа у Декстера и продаем ее сами. Тайлер уже связался с конкурирующей оружейной конторой. Шестизначные числа, чувак. Оружие происшествия случается в домах. Господи боже! Странно, почему работает радио? Привет, как дела? Хочешь это сделать? Если ты пойдешь против Ленни и его пацанов, никто тебя в этом городе не поддержит. Плюс, разве ты не заключал то джентльменское соглашение? Ну, то самое, про которое я не знаю, потому что это меня не касается. Что? Серьезно? Ага, я разберусь.
Теперь я обиделся. Ты за кого меня принимаешь? А ну, руки вверх! Давай. Ладно, да, все верно. Просто держи руки поднятыми. Будешь делать, что я скажу. Да ну! Ты за кого меня принимаешь? Ну-ка, руки... Да, все так. Просто держи руки на виду. Не шевелись. Посмотрим, что скажут. Эй, ты куда прешься? Эй, мистер, ну-ка вернитесь! Не хочу стрелять в спину! Повернись! Этот парень возле... Руки прочь от пиццы. Эй, ты! Это специально для Лени делаю. Эй, что за дела? Да-да, что за дела? Вали нахрен, вот что за дела. Эй, клоун, клёвый прикид. Это рванье достал. С мертвого бомжа снял.
терапии. Для меня, конечно...